Готова? Да. Коул! Да-да, я записываю. Соберись, Джонни. Скажи, чувствуешь ли ты что-то особенное в этих предметах? Что-нибудь видишь? Спасибо, пап, красивая. Открой. Джоди. Ну как? Да, все. Нормально. Ты что-то видела? Нет. Нет, там все мутное. Не разобрать. Да? К Нейтану? Да, я передам. Нейтан! Там некий Райан Клейтон пришел. Говорит, ты его ждешь. Да, я... Я отойду на минутку. Пораньше бы закончить. У меня тонна домашки, как обычно. Нейтан вечно ругает меня за плохие оценки, а сам не дает времени толком позаниматься. Ну, об этом ему говори, принцесса. А что за тип пришел к Нейтану? Я не знаю. В последние дни Нейтан как-то странно себя ведет. Он пытается найти инвесторов для проекта. Может быть, из-за этого переживает. Надолго он там? Спокойно, сейчас придет. Умираю, есть хочу. Когда перерыв? Да, я тоже. Может, вытащим Нейтана куда-нибудь в ресторан? Надоела эта столовка, как... Ты куда? Подожди Нейтана. Что случилось, Нейтан? Ты расстроен? Джоди,
Это Райан Клейтон из ЦРУ. Власти. Власти хотят, чтобы ты прошла курс подготовки на военной базе Кэмп Пири. Райан теперь отвечает за тебя. Ты поедешь с ним, Джоди. Сейчас. Ты шутишь, да? Никуда я не поеду. Пожалуйста, Нейт, не дай меня забрать. Джоди, я знаю, это нелегко. Но ты должна понять, это такая возможность для тебя. Вот значит теперь как. Ты знаешь, как лучше, ты приказываешь, а я должна заткнуться и выполнять? Ну все, слушай, Холмс, можешь играть в юную бунтарку, сколько влезет, мне плевать. Ясно? Гонор свой засунь подальше. Заткнись и делай, что говорят. Джоди, ты что? Перестань сейчас же! Ладно, пойду соберу вещи. Много не бери. Тебе все дадут в Кемпире.
Не волнуйся, ты справишься. Черт, я буду скучать по тебе, принцесса. Я буду тебя навещать. Я тебя не брошу. Ты мне веришь? Я всегда буду рядом. Нам пора.